Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Результаты сезона вот такие вот, видишь ты. Так, 605 монет я забираю, и самоцвет 105 штук. Так, места, кубки сезона. Короче, все превосходно у нас. Это мне не нужно. Команда. Так, сколько времени у нас? 10 часов. Ну, еще, в принципе, кто-нибудь да не спит. Да? Кто-нибудь да не спит все-таки. Ну, опять офлайн. Да что ж ты будешь делать? Все у них тут офлайн. 800 тысяч монет у меня, ничего себе, насобирал. Так, ребят, ну что, новый сезон у нас начался, и я, наверное, сразу же поеду. Сразу же. Так, события. Нет соревнований. Меня не знаю, почему-то офлайн. Так, ну что, бородач, давай-ка мы поменяемся. У нас, кстати, что? Новая... А, новая каска и... Новые брюки. Физиономию поменяем только сейчас. Взять какую-нибудь... Нормально, нет? Может, вот это лучше возьмем? Или кучеряшку? Нет, давай вот этого. Такой недовольный, небритый чувак. И в руки мы ему дадим... Морковку. Вот такой вот у нас будет. В шлеме гонщик. Ядрить его на корень. Так, что-то мы хотели вроде приобрести, купить. Тут надо все покупать. Все абсолютно машины, чтобы они были у нас. Понимаешь, чтобы они у нас были. Приобретаем все абсолютно. Что только можем. Пускай будут открыты. Так, здесь куплено. Чтобы не было потом никаких вопросов. Ну вот. Все, ребята, абсолютно все машины у меня куплены. Ну, а теперь остается только лишь прокачать их. Представляешь, все машины эти прокачивать. Я просто одурею, если честно. Ладно. Все равно мы пока катаемся на ХКР-ке, друзья мои. Поедем сегодня до первых кубков. Я уж там не знаю. Ох, ё. Да я вижу, вижу, вижу. Кто там? Какой там... Фиг знает, бжиха какой-то. Йоху, ты видел, как я сделал? Ты видел, как я его сделал? Просто на финише с подлетиком подлетел и занял первое место. Это же круто. Это же круто, ребята. Ты смотри, как я. Ух. Он, конечно, там сзади барахтается, не отступает от меня. Ну, ему ничего не светит здесь. Хоть он там и с... Он, кстати, с нитро ехал. Или там у него был ускоритель, я так и не понял. Мы первое место заняли. Вот, друзья мои, первые 3000 кубков там у нас впереди поджидает. Вот до них мы сегодня и поедем. Прошлый месяц мы довольно неплохо прошли. Кстати, я почему-то не понял одного. Почему мы не получили кубка? Ой, кубка сундука. Он же вроде бы как должен был быть. Или я, типа, его не заслужил? Ой! Давай-давай-давай! Есть! Есть! Хмырёныш мелкий. Захотел чего. Еще молоко не, на губах не обсохло, а просишь уже первое место. Ну, здесь я уже не знаю, ребят, что получится у нас. Упс! Это же надо было так вот... Вот это надо было так тупануть. Ёк-макарёк, друзья. Да куда ж ты? Что у меня машина вытворяла? Я не понимаю, это полная дичь была сейчас. Полная дичь. Куда-то влетела там, полетела. Фиг поймешь, что она там вытворяла. Вообще, как будто это не моя машина. Как будто кто-то другой ее управлял. Ну поехали тогда уже, блин. Все. Тут ты. Глаза бы мы тебя не видели. Что творится, ребят?
Что это за дичь? Да, я, по ходу дела, здесь последний, да? А, второй, ну хотя бы второй. Трэш какой-то был сейчас. Так, нормально. Проедь на спортивном автомобиле. Можно это поменять? Застава. Слушай, вот здесь вот, конечно, обидно, ребята, что у нас нету премиума пака. Я не получу ту замечательную мордашку скин, который будет разыгрываться. Нифига там, чувак. Воу-воу-воу-воу. Ну, понятно, я как всегда со своими супер плешивыми прыжками. Воу. Я чудом просто... Я не знаю, что происходит, ребят. Серьезно говорю. Я просто в шоке от того, что сейчас тут вытворяем. Вторым приехал. А этот, конечно, там, я не знаю, это же турбодизель, да? Как он так... А, монетный ускоритель у него. И еще и крылья. Монетный ускоритель и крылья, и он так полетел далеко. А ты, братуха, не читерок ли случаем, а? Скажи-ка мне, на милость. Прикинь, вообще без шансов. На этих крыльях на своих. Странно что-то происходит. Я не знаю, или у него там крылья прокачаны. Как, даже я не знаю, как сказать. Фиг знает до какого там уровня. Или просто моя машина начинает ерундой страдать. А где этот наш крылан-то? Я что-то его... Нифига там чувак. Чувак наяривает. Просто в воздухе такие кульбиты вытворяет, выплясывает. Вылетел. Так, 6. Ну, слушайте, ребят, я первое место ищу. Нет, второе. А как этот? Он вообще был позади всех и как-то обогнал. Непонятно. Непонятно, как он вообще занял первое место, если он последнее место занял. Самый последний. Туфтологию какую-то сказал, да? Последний занял место последний. Понимай, как хочешь. В общем, тут довольно серьезная у нас битва, я так посмотрю. Как будто я в какой-то высшей премьер-лиге участвую. Ощущение такое. Есть. Просто не забалуешь. Даже ни на секунду не дают мне расслабиться, прикинь. Просто ни на секунду. Давай так вот. Тихонько. А там пускай все остальные куда хотят летят. Куда ККМ-ка? Я не... А что случилось? А что случилось-то, друг? Зашибись, у меня машина вообще не ехала. У меня машина просто, ребята, не ехала вообще. Пока я не перенажал кнопку на газ, прикинь. Нормально? Ну, конечно, блин, подводная лодка. Твою... Ну, понятно. Все бочки собрать надо было. А как ты хотел? Вот я ее из-за этого и ненавижу, эту воду, ребят. Она меня просто бесит. Последним. Я вообще забыл, когда я занимал последние места, если честно. Теперь, видимо, мне напомнили об этом. Что с машиной не так? Может быть, что-то стоит у меня не то? Не пойму просто, как такое может быть? Ну, по прямой, конечно, тут все хорошо. Но это по прямой. А там-то что? Там-то какие проблемы у нас? Сейчас попробуем реабилитироваться, так сказать.
Давай, 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 родной. Какая-то Квазимода нас обгоняет. Тоже с крыльями, да? Чепушила-то, нечестный. Ну, ребят, я не знаю, мне крылья почему-то не заходят. Может быть, они и топовые, но мне, может быть, они у меня просто не прокачаны хорошо. Поэтому я как бы их не особо жалую. Есть. Фух, только занял, ребята, уже следом там такая армада прилетела. Угу. Я до 3000 кубков, походу, буду тут вечно карабкаться. Вот что я тебе скажу. Кубок колпака и ступицы. Слушай, по крайней мере, вот эти вот трассы, которые сейчас я еду, у меня такое ощущение, что это вот как вот... Ну, такие трассы уже были у нас. Фига я там. Да, хорошо он тут втопили. Замечательно. Ничего пока нового я не вижу. Именно по трассе, если брать. Нифига, как этот спортивная эта машина, извини меня. Этот вшивокар. Фига, я там как торпеда. Замечательно. Ну давай ты уже, бери этот пригорок. Эть, и финиш уже тут. Есть контакт. Ну что, последняя у нас гоночка здесь. Опять этот сам вырвался вперед. Почему я дольше всех лечу, а, ребят? Вот подскажите вот мне. Тут еще кто-то умудряется делать сальтухи, прикинь. Да, если бы не вот эта вот задержка, было бы первое место. Так, ну что, забытое шоссе. Поехали. Забытое шоссе, это наша трасса или нет? Как думаешь? Я вижу там попрыгулька. Лихач. Чего? Смотри, там меня кто-то обгоняет, ребят. Там этот, на попрыгухах, да? Точно, ребят, на попрыгухах. Куда? Слушай, он заколебал тут уже. Че, одна трасса всего лишь? Ну, я имею в виду одна гонка, потому что уж больно как-то долго мы тут на ней ходим, скочим. Да. Я все-таки сделал. Попрыгульки ему не помогли. Песок в купальнике. Ну, думаю, здесь мы возьмем багги. Давно мы ее не брали, поэтому можно позволить. Ну только нормально. Не перевернись только у меня, смотри. Ух, ё. Трындец, ребят. Покатался, называется. И это, как всегда, на финише. Молодец, лучше не придумаешь. Не смог подняться в эту горку. В дебильную дурацкую горку. Я не смог подняться. Он не перелетел и не поднялся на нее. Как дурачок себя ведет, короче, одним словом. Да хорош. А что у нас там, я не помню. Магнита что ли нету? Погоди, я не вижу, у нас магнит есть или нету?
У нас нет магнита, ребята, у нас... Я-то думаю, в чем проблема? У нас стоит этот... В воздухе делать сальтухи, прикинь. Ё-моё, я и думаю, что за беда-то такая? Вот тебе и весь ответ. У меня вот этот дурацкий планировщик в воздухе, который дает вот это вот. Да-да-да-да-да, вот эту вот фиговину. Короче, понятно все. Идиотская вот эта вот... Как она называется-то, даже не знаю, блин. Короче, обделался по полной программе. Я забыл совсем его убрать, а? Трындец. Хотел как лучше сделать. Сделал. Иди ты знаешь куда подальше. Вот на чем мы попробуем покататься сейчас. Я не скажу, что это самый лучший вариант, но все-таки. Шпарим там. Как я не знаю кто. Нормально. Здесь у нас получилось все отлично. Да. Нормально. Опять первая позиция. И последняя у нас. Третья заключительная гонка. Я удивляюсь, кто-то там на ХКР, не на ХКРке, а как ее? Хилл Климп едет. Ну давай, 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 давай. Финиш, вот уже, все. Замечательно. Взяли? Взяли. 30 деталей. Это у нас тяжеловоз на байк. На байк. Был бы... Слушай, давай посмотрим танк. Но мне кажется, нас сейчас тут... А фиг ли я радуюсь-то? У меня... О-о-о! Да ты серьезно, что ли? Пипец, ребята. Может заехать даже. Ты прикинь, он даже не может заехать. Ну зачем вот я дуркую, а? Ехал себе бы нормально на... Я в шоке. Я просто в шоке, ребят. Не, ну так и будут до посинения, конечно, добираться. До топового, ну и до кубков. Хватит, ладно, дурачиться не будем, больше поехали. Выбрал тоже на свою голову, блин. Танк. Непрокачанный. Понимаешь? Нафиг, тут каждый кактус пересчитываем, а чё? Мы же любим пересчитывать кактусы. Давай. Вот, финиш здесь. Не знаю, ребят. Почему-то мне кажется, что раллийное авто, оно самое... Самое лучшее вообще из всех машин, которые здесь есть. Вот для меня, мне как-то комфортно на ней ехать, скажем так. Именно комфортно. Так, давай. Перелетим эти все лужи. И финиш. Замечательно. Так, ну что, получается последний заезд. Багги, я всегда замечаю, что она
рвет. Рвет на самом начале, а дальше почему-то обделывается. Вообще на изи пролетели. Надо будет еще как-то вот прокачать нам эту трубу, блин, как это, выхлопуха. Блин, все равно офлайн почему-то. Почему офлайн-то все-таки непонятно. Ну-ка, дай-ка я посмотрю по деталям. Не могу? Могу, кстати, улучшить. Могу, ребята. Повышаем. Пятый уровень. Пятый уровень. И вот эту мы можем прокачать до седьмого уровня. Колеса, к сожалению, не можем. Крылья можем прокачать еще. Ну да. И, в принципе, больше ничего, да? В принципе, больше ничего. Ну что, погнали. Один уровень, это все-таки, ребята, должно хорошо сказываться. Там кто-то едет на этих, да? Я же слышу. Кто-то там шипит на своих этих... На своем нитро там шпарит. Кто это у нас? Это баги. Кто же еще может ехать и вонять? Прикольно. Я даже глазом не успел моргнуть, а мы уже на первом месте. Ну давай, 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 не дуркуем. А вот если бы были бы крылья, ух, мы, наверное, бы летели бы тут и сверкали бы. Еще один сундук мы с тобой открываем. Защитная арматура и амортизаторы прыжков. Темные дороги, впереди холмы. Вы уверены, что впереди холмы? Как всегда, меня там подкинула Мутума. Мутума меня обогнал, ты посмотри, а. Ну, Мутума. Ну, Мутума. Да куда ты, твою ж душу? Давай, едь, не дуркуй. И все будет по фэншую. Отлично. Так, ну здесь Мутуму мы обогнали, конечно. Мутума ничего не смог сделать. Упс, правильно. Мутума, перевернись. Такой доброжелатель. Не надо мне тут. Есть. Обалденно. Просто урвал победочку. Жить. Такс. Кубок, блин, это скалистые дороги. Это же... Это мрак. Ё-моё, куда мы там... Надо было мне тоже понизу ехать, блин. Да что ты... Как он тут еще на байке-то на том едет? Объясни мне, пожалуйста. Бразилия это, я не понимаю. Захотел чего. Мотоциклиста я сделал. Ну, дорога, трасса, это, конечно, ребят, полный шлак. Смотри. Как тут вообще можно ехать? Я не знаю. Это там куда-то вечно улетает. Постоянно. Куда?
куда летим, я фиг поймешь. Но, ничего себе, первое место занял. Просто прыгнул на финиш. Мне непонятно одно, почему они так быстро ускоряются в самом начале. Я как этот, опа, я вниз. Надеюсь, я не прогадал, да? Ух, да-да-да-да-да, эти самые камни. Надо же, получилось. Не знаю, ребят, на этом мотоцикле, чтобы гонять, это нужно, ну, супер-пупер быть, потому что очень тяжело на нем ехать. Плюс еще не врезаться ни во что. Опа, 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 опа. Все так скинули скоро. Да что с машиной? Ты... У меня, ребята, опять после прыжка почему-то отказала кнопка именно газа. Вот она, почему он... Она отказывает, блин. Твою налево, ребята, она отказывает кнопка. Вот эта вот кнопка газа, она почему-то западает. Я тебе серьезно говорю, я не шучу, она западает. И вот когда она западает, я просто не набираю той самой скорости, которая мне нужна. Вот, смотри. Видел? Сейчас бы на финише бы просто сфылился, потому что она опять сбросила скорость. Нет, слушай, мне такие расклады вообще не устраивают. Давай-ка по чесноку. Ёк-макарёк, только не черепаха. Да отвали ты, блин, прыгун, как ты там, лихач, блин. Каким я там еду, это вообще непонятно даже. Пока на первом месте, но это пока, ребят. Аккуратно. И что это было? А было это то, что... Ребята, эта кнопка, надо кое-что сделать. Так, давай-ка проверим. Надеюсь, больше такого не повторится. Так, пока вроде бы норм. Никаких сбоев нету. Ты посмотри, а. Летит он там. Есть. Этот вон фиолетовый, блин, шпарит там за мной. Спорткар. О, тут еще и мотоциклист. Тут у нас еще и мотоциклисты гоняют. Оказывается. Так, ну здесь не обязательно скорость развивать. Нормуль. Ксю. Ксю приехала последней. Так, ну что, погнали. Вроде старт идеальный, все, нормуль. Блин, если бы я приземлился бы нормально, было бы все отлично. Я имею в виду на оба колеса. Давай, давай, дотягивай, есть. Ну тут первое место без вообще, без компромиссов. Столичный кубок. Самый любимый мой — это столичный кубок. Ох. Ух, чувачок стартанул. Тут опять она по прыгульках, да? Или мне показалось? Слышал такой звук, там блинк, блинк. Ну, бринчать, короче, как всегда. Нет, мне не показалось. Там кто-то ехал. Там кто-то ехал. А-а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 -
потерял преимущество, да? Потерял, к сожалению, преимущество. Ладно, ничего страшного. Давай вниз поедем. Отлично. Так, что у нас там? Второе место. Пока второе место. Ну ничего страшного. Слушай, ты заколебался своими прыжками, а, здесь? Вон, иди наверх там и прыгай. А этот хочет меня обогнать, что ли? Я не пойму. Как бы не так. Где этот летун-то? Попрыгулькин-то где? А он разбился. Допрыгался. Где-то там прыгнул не туда, куда надо, видимо. И все, и хана ему. Ну что, а мне чуть-чуть. Буквально еще гоночек пяток. И мы получим наши первые 3000 кубков в новом, друзья мои, сезоне. А это как обычно, не удивляемся. Все же нормально едут, только рейнджик почему-то вот так вот. А, понял я. У него было нитро и магнит. А магнит знаешь, для чего он взял? Естественно, чтобы не упустить канистрочку с горючим. Вот и все. Ой, тихо. Ну, конечно, конец разгорючим был, а? А ничего тут, оба, что ли, мне показалось? Опа. Чувак на крокодилах спалился, ты видел? Просто спалился на крокодилах. Ай, чудило с Нижнего Тагила. Ладно, ребят, с кем не бывает, да? Грешно смеяться над больными людьми. Они тут оба, что ли, не могу понять с этими, со своими ускорителями. Да, оба. Один с монетным. Или что это у него, я не пойму. Вот этот вот с ускорителем, мы тут с ускорителем. Оба, да, получается. И я без ускорителя их сделал. Лузеры, потому что они. Пещеры ледяного огня. Ребят, здесь одна гонка. Поехали. Кто там? Бориснюк? Сзади меня, да? Давай без ветра! Фух! А кто-то наверняка разбился. Мне почему-то так кажется. Кого-то ветерком пришибло там. Я понял, понял, понял. Тихо, 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 не надо. Не надо папочку шугать. Твою налево, я хотел задний дать. Я хотел задний дать, чтобы подобрать канистру, прикинь. Подобрал. Пипец, как он смог перепрыгнуть-то через канистру-то? Ну, ё-моё, ну... Я не знаю. Ты мне просто удивляешь, скажем, разом. Тут опять мотоциклисты здесь, блин. Как же с вами тяжело тут бороться-то, а? Гонщики вы вшивые. Ну, давай не дурку еще тут. Перевернись мне. Есть. Так, приступайте. Приступайте, говорят, к развлечениям, так, знаешь? Ну, говорят, развлекайтесь потихоньку. Не понял. Худо дело, самый лузер это я, да, здесь? Мотоцикл свой доездился. Ну, вертушку. Вертушку не смог, потому что, друзья, в то время, когда мы там ехали по стенкам, по потолку разбивались, вертушка, естественно, спокойно себе это расстояние преодолевала. Вот таким вот образом. Куда ты, твою налево?
Как я таким чудом ты умудрился вообще, ребята, проехать, не понимаю. Ну вот, смотрите, смотри, мотоцикл. Нет, никакого мотоцикла не будет здесь. И рядом, чтобы у духа не было. Окей, Райская бухта. Не буду я брать, друзья мои, этот, как он называется, ну ты понял, да? Багги. Кто-то говорит, блин, почему ты все время ездишь на одной машине? Друзья мои, а на какой машине я должен ехать? На танке? На котором я сегодня покатился. На чем вот ты предлагаешь, я должен ехать? На разных, говоришь, машинах. Чтобы на разных машинах кататься, нужно их прокачивать. Закон Хилл-Климба. И сейчас вот тут не до шуток. Опять же, друзья мои, опять же. Ну, сам себе запорол, короче, тут, здесь все, что можно и нельзя. Ну, видишь, там этот супердизель там наяривает. Вот тут он, конечно, немножко. Но у него ускоритель монетный, не забывай, так что он может меня еще и обогнать. Но не тут-то было. Я все-таки первый. Хотя он все время лидировал. Туннели. Поехали. Я могу тебе проще сказать. Если тебе не нравится, ты можешь просто не смотреть. И все, ребят. Ну не смотрите в эту игру. И вам, как говорится, будет спокойней. И мне никаких претензий не будет. Или в конце концов играйте сами. На разных машинах. Я лично еду на том, на чем мне комфортнее. На том, на чем я могу так разбиться, например. Красиво. Да. Честно говоря, никак не подумал бы, что вот так вот. Скоростной 39, я, по-моему, уже где-то встречал. Ой. Сами, вали. Так, вот это зря. Тьфу ты, блин, ну все, ребят. Там надо было просто сбросить скорость и все. И я бы, ну тут, короче, я вообще никакого места не занял. Там надо было сбросить скорость и попасть в один из этих, из пролетов. Но у меня же машина, как всегда, ребята, в этот момент начинает бустить. Понимаешь? Набирать скорость и все. И вот поэтому так и получается там. Вот это вот еще прикол. Но тут уже поздняк метать икру. Потому что нам уже тут, даже если мы какое-то тут место займем, первое, мы по очкам не вырулим. Просто не вырулим. Поэтому мы отъезжаем назад, и нам еще дают шахты. Типа, Рэй, реабилитируйся. И мне придется реабилитироваться. Обалдеть, тут еще и лихача мне подсунули. Лихач, развались по дороге. Ты же умеешь развалиться. Ты ж, еще. Ну вот, как всегда, буст начинается вот это вот. Там детали какие-то впереди меня летят. Впереди меня мои же детали летели. То есть это в лучшем случае, что я могу сделать, это вернуться. Давай уж тогда. Молодец, красавчик. Но здесь безоговорочная, да, победа получается. Потому что они там все где-то застряли, фиг знает где. Угу. 3, 2, 1, поехали. Без идеального старта. Без всего. Вот это я больше всего обожаю. Обалденные колесики. Прям помогли, спасу нет. Я без крыши. Четвертое место. Ну, вернулся я на своей позиции. Кубок «Городская вода». Промокание. Никто не хочет попромокать. Нет, и я не хочу. А придется.
А придется, друзья мои. Да, я справился. Было очень много ХКР-ок и одна баги. Но я показал им тут мастер-класс. Мастер подводного погружения, так скажем. Ну а фиг не сделаешь. Вот выбрал такую стезю, так. Теперь катайся. Эй! Глупо, глупо получилось. Ну, друзья, я думал, что поверху будет быстрее. Теперь буду знать, что тут понизу эффективнее. ПАП 06. Какой еще ПАП 06? Иди, знаешь, куда? ПАП 06. Папа здесь только я. Никаких 06 не должно быть вообще. ПАП 06. Назвался же еще. Вот он. Нет, вот ПАП 06. Ну что, миля в пустыне, друзья мои. Последняя миля в пустыне. Надеюсь, что она последняя. Круто. Я тебе скажу, вообще крутяк. Да только я лечу там. Самое главное, что не видишь нифига, что там впереди там творится. Упс, тихо. Да-да-да. Нет! Вот это было больно, ребята. Вот это было больно, я тебе серьезно говорю. Сфейлиться, да как так можно было вообще на шоу абсолютным лидером? И на тебе. В какую-то фигню перевернулся, а? Я просто такого вообще не помню, если честно, давно. Да не надо было мне просто снижать скорость, я побоялся, что разобьюсь без крыши. И снизил скорость. Из-за этого меня перекрутило там, я не знаю. Хотя не должно было это никак влиять вообще, ребят. Почему меня все время вот этот вот перед опять же закидывает? Мне это не нравится. Мне это бесит. Может быть тогда брать действительно этот, который дает нам возможность, как оно объяснить-то, на заднем колесе, когда едешь, дает тебе дополнительное ускорение. Потому что, ну, смысл тогда терять такой потенциал? Я не вижу. Как ты думаешь? Да нафиг мне это ускорение здесь нужно-то, ёпрасоте, блин. Ты делай ускорение на прямых трассах. Вот, вот здесь, например. Ну никогда мы, блин, подлетаем куда-то в горку. Ты начинаешь мне бустить. Так, вернулся на свое место, отлично. Кубок пустыни, кстати. А, ну кубок пустыни, там была последняя миля у нас. Мы вернулись в кубок пустыни. Горки, пригорки. Давай, 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 давай. Жми. Выжимай себе все соки, что у тебя есть, парень. Вот. Погнали дальше. Там какой-то пепе. Еще там кто-то. Меме. Шманте. Зока. Зорро. Так, давай, 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 давай. Перелетишь? Хренушки, ты там перелетишь. Все кактусы поцелуешь, пока перепрыгнешь, блин. Ну что, давай не обделаемся на этой последней гонке. Хотя уже на самом деле роли не играет. Даже если мы не сможем здесь что-то сделать, первое это место все равно будет у нас. Это что такое тут летает? Это что за пугало огородное? Объясни-ка мне, пожалуйста. Что за летун такой образовался здесь? Ну, понятно.
глубокое погружение. А чего ты хотел? Именно глубокое погружение Рэю надо напоследок дать, блин. Там спорткар не врезался, нет? Что-то такое ощущение было, что как будто он там где-то нахлобучился. Куда я иду, куда я лечу? Ничего не видно. Бумс. Да где финиш-то, еп-макарек? Вон он. Вот он финиш. Да, тут была одна гонка. Слава богу, я проехал ее первым. Трындец, друзья мои. Просто какой-то трындец сегодня был. Да. Косяк за косяком. Но, тем не менее, мы достигли 3000 кубков. Так, друзья, пока ничего не буду здесь больше делать. Так, ролик снимаешь? Да, да, да. Да, отснял. Вот, это. Почему офлайн, не знаю. В общем, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.